Всем привет, с вами Алекс и сайт rimpc.by. В этом видео хотелось бы запустить на среднем ПК для современных игр Sniper Ghost Warrior 3, только релиз уже Болдмана, то есть без Денува. Итак, погнали, какие же у игры минималки рекомендованы? Да тут минималки очень крутые. Windows 7, 64 бита и выше, Proz i3 или FX6300 от AMD, 8 оперативки, видеокарты, игровые уровни 660 или 7180 на 2 гигабайта. Прорекомендуемый вообще тут 8-ядерный, 16 оперативок, 480 или 1060 с 3 гигабайтами видеопамяти. Итак, значит, на каком ПК я запускаю? Proz AMD FX6300 6-ядерный, разогнанность 3,5 ГГц до 4,3. 12 оперативки, файл подкачки отключен. Так, и видеокарта Radeon HD 7870 на 2 гигабайта памяти, DDR5. Так, значит, вот 7870, хотя там в минималках даже стоит 660 или 7850. Все, в общем-то, данная табличка будет по ссылке в описании, настройка слабого ПК для игр, чтобы вы ориентировались. Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК. Я давайте все отрубаю, захожу в игру. Так, ну что я в игре, значит, давайте посмотрим. У меня версия от Хаттаба. Давайте посмотрим. Да, говорят, что здесь есть проблемы и с сохранками, и с графикой, и настройкой. Сейчас посмотрим, что ДК. Хотя у меня вот на русском вроде бы запустилось, якобы с английским. Ну, давайте посмотрим. А по настройкам графики Full HD, вертикалку отрубил. Ну и на среднее все поставил, по большому счету. Ну, тут можно что-то... Эффекты, детализация, физик, постобработка, тени. Ну ладно, я думаю, норм будет. Шевеленка. Прикольно, какая-то шевеленка. Все, в общем, давайте захожу, посмотрим, что... А, тут еще, блин, с этими кнопками. А, таб нужно, да? Все, новая игра. Понеслось компания. Обычный режим, высокий... Обычный давайте пока. Обычный... Секундочку. Так, ну что, по крайней мере, не было этих адских 5-минутных загрузок. Видимо, с апдейтом уже исправили как-никак. Ну, давайте, захожу начало. Скалистые горы, Колорадо, 19 лет назад. Так, пока 37 кадров на средних настройках. Круто. Вот это ствол. Девонька какая-то. Прикольненько. А, пока тренировка какая-то. Не попадет первый раз, само собой. Или попадет? Выдох. Задержать дыхание. Да, ё-моё, чё так долго? Ладно, секундочку. Ну давай, стреляй. Ладно, фиг с ним. Давайте дальше. Секундочку. Пропущу, наверное, это дело. Блин, надо было субтитры поставить. Ну сейчас я сделаю, секунду. Да, конечно, огромный плюс, что можно пропускать эти, как его, ролики. А то я, наверное, надоело бы. Ну, добрались до российско-украинской границы, понятия не имел. По авиасвязи, как? Слышь меня, Фрэнк, прием. Так, ну сейчас давайте немножко походим. На средних настройках 35 FPS у меня здесь показывает на этой системе. Сейчас, секунду, разговоры, наверное, эти пройду немножко. Так, вроде бы тишина. Давайте, значит, понеслось. Ну, 2 гигабайта памяти сразу же сожрано, видюха на 96% прогружена. Так, вот FPS сейчас 30-ку стал, 30-ку ровно стал. Ну и то терпимо, конечно, терпимо. Графен, конечно же, здесь мне изначально не понравился. Некий такой серый, то ли пластилиновый, то ли какой-то... Есть тут красивые моменты, конечно, но в основном... Ну давайте сейчас посмотрим, что такое. Так, чтобы открыть раздел обучения. Похоже на какой-то полигон. Так, оперативы 4 съедается. Сейчас прот, как видим, максимум одно ядро вот на 80% загружено. 99 сейчас видюха. Секундочку. Чтобы приблизить изображение. Так, секунду, давайте посмотрим, что там у нас. Да, я вижу, только угол смущает. Идем там разберемся. Ну, норм, норм. В общем-то, если учитывая то, что видюха моя уже подустарела, 7870, достаточно-таки приятный графен. На ней можно здесь получить в 30 FPS. Ну-ка, секунду, может, без записи видео повыше будет FPS? Так, ну что, вроде посмотрел. Нет, все-таки, да, поджирает немножко FPS. Ну, буквально 3-4, наверное, кадра. 35 у меня здесь показывало. Ну, наверное, немножко поджирает все-таки. Так, ну что, давайте по... Ну, действительно, такая приятная графика, но ночью она какая-то серая, блеклая, а днем терпимо. Так, вот мне здесь нужно перепрыгнуть как-то. Допрыгнуть. Ну, давайте попробуем разогнаться и пробел. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Чуть не свалился. Экстремальное перемещение. Действуй ступень на принципе пройду, чтобы прыгнуть и хватиться за него. Окей. Давайте я дальше немножко пройду, а то здесь, наверное, неинтересно, секунду. Так, ну что, давайте, значит, кое-какие вопросы я здесь посмотрел. Мне казалось, что не сохраняется игра.
Секундочку. Мне показалось, что игра не сохраняется, но на самом деле... Секундочку. На самом деле пишут, что разработчики сделали, что пролог нужно обязательно пройти, не то он не сохраняется. Поэтому пролог сейчас я пройду и посмотрю, сохраняется ли игра или нет. Кстати, здесь выбегает какой-то пес дикий. Нужно, чтобы... Вот, а то он загрызть может в секунду. Ладно, давайте пока дальше. Что хотел сказать? Да, Нир пока по большому счету не буду на стриме, наверное, пока проходить, все равно нету русификатора. Можно, конечно, понять беседы все, в общем-то, но хотел бы дождаться русика. А вот Ghost Warrior давайте сейчас на стриме поиграю, посмотрим, потому что говорят, что выкидывает. Посмотрим, да, куда я смогу дойти, будут ли выкидывания вообще. Секундочку. Что они хотят? Так, ну что, давайте посмотрим, мне нужно повалить дерево. О, тихо. Блин, да чуть не раздавило нас. Ничего себе. Окей, погнали. Ну такие вот дела, пока вроде бы играю, но какие сейчас основные проблемы? Это то, что клавиши нельзя переназначить снайпере, но мне, в общем-то, меня устраивают и эти клавиши, пока играть можно. Якобы графика не перестанавливается, ну вроде бы на средних мой ПК больше вроде бы и не тянет, но вроде бы норм. Вроде бы можно там... Так, сохранки хочу проверить. Говорят, нужно пройти пролог, потом сохранить. Это баг какой-то. Потом все будет сохраняться, поэтому проверю. Все пригнутся. Оп, ничего себе. Две вертушки военные. Нормально, круто. Как-никак, этот же снайпер Ghost Warrior. Тут тоже открытый мир, все дела. То есть, ну... В общем-то, от Болдмана можно поиграть, почему бы и нет. Потестить. Такие вот дела, наверное, буду понемножку заканчивать, потому что давайте травинку рассмотрим. Неплохо, неплохо все смотрится, хотя CryEngine в умелых руках, конечно, творит чудеса, как в Crysis, я напомню. Но здесь днем, в общем-то, неплохая картинка вырисовывается, даже на такой слабенькой системе, как моя. Как видим, 4,5 уже оперативки игра жрет. Будет еще больше. Так, 35 FPS пока. Причем у меня запись видео немножко поджирает. Так, давайте пригнусь. Тихо, что там? Тихо, смотри, волки, я тебе тоже говорил, убедился теперь. Так. Ну, просто, как видим, шестиядерный, ну, максимум на 70% одно. А, вот, 80 ядро. Два видеопамяти сразу же сожрано, но двух на средних по горло хватает, чтобы получить хорошую картинку и поиграть себя в Sniper Ghost Warrior 3, если так уж хотите. Так, значит, что дальше? Ну, все, в общем-то, пока играть можно. Давайте сейчас на стриме попробую поиграть снайпера, посмотрю, докуда смогу дойти, будут ли вылеты, потому что здесь в тесте, ну, достаточно таки долго. Ну, давайте пройду дальше. Ну и то, это нужно часок поиграть, но для теста не хотелось бы так долго здесь гонять. Хочу побыстрее вам выложить. А, кстати, ну хотя с первой таблеткой вроде снайпер норм работает. От Хатаба, я же сказал, у меня рыбак. Вроде бы норм работает. Ни разу, что я перезагружал, ни разу вылетов вроде бы не было. Ничего не было. Поэтому вроде бы норм. Все, в общем-то, релиз от Болдмана. Вполне себе норм работает. Единственное, сейчас на стриме попробую изучение объекта. Сейчас на стриме попробую подальше пройти. Все, в общем-то. Не забывайте смотреть на ссылки в описании. Там все прикреплю. Все, что нужно. Все, в общем-то. С вами был Алекс и сайт RMPC.by. Спасибо за просмотр.